Is he not satisfied with the market, with the bucket in his house?
Мама еще додумает. Лучше, да? Нет. Итак. Мама еще додумает, почему Кришна крадет сладости, крадет масло у других гопи. Неужели я недостаточно хорошо готовлю для него? So she thought, I will make the most delicious butter. И она подумала, тогда я сделаю самое-самое вкусное масло. So the day before, she milked the best cow. Her name is Padma Ganda. И накануне она подоила самую лучшую корову по имени Падма Ганда. That means the cow's milk is fragrant like lotus flowers. Это означает, та корова, чье молоко подобно цветкам лотоса по запаху. And then, overnight, she turned that milk into yogurt. И ночью она оставила это молоко, чтобы оно стало йогуртом. Она хотела встать очень рано утром и сделать масло. Рано утром она лежала в кровати с малышом Кришной. Когда она открыла глаза, она посмотрела на прекрасного Кришну. Он сладко спал. И он вытянул свою ручку ей на грудь. И очень осторожно мама Ишода вот так вот встала из-под объятия Кришны и подложила туда подушку, чтобы Кришна подумал, что он обнимает маму. Она встала, быстро оделась и стала пахтать йогурт. So when she was churning the yogurt, then she was completely absorbed in remembering the beautiful sun. Когда она пахтала йогурт, она была полностью погружена в памятование о своем прекрасном сыне. She looks very beautiful as she was turning. И она выглядела очень красиво, когда она пахтала. As she was turning, flowers were falling from the braid hair. Цветы выпадали из ее волос. And her bangles were tinkling like cactus. Ее браслеты звенели как караталы. And the churning rock was making some dark. И вот это вот палка для пахтания, она создавала тоже звуки. И она воспевала славу Кришны. О, должно быть, жители Гокулы совершили так много благочестивой деятельности, потому что ты сейчас родился именно здесь и радуешь всех нас. So, Krishna was lying on the bed asleep, but then Krishna has one quality. Кришна лежал на кровати и спал, но у Кришны есть одно качество. Нам Махасвами Вайкунте, Роги, Йоги, Намле, Энеджа, Я Прагати, Намарта, Tapati Swami Nanda. See, Krishna said, I don't live in Vaikuntha and I don't live in the heart of the yogis, but wherever there is Harinam Sankirtan, I go there. Кришна сказал, я не живу на Вайкунтхе, я не живу в сердцах йоги, а я живу там, где мои преданные воспевают Харинам Сангиртан. Wherever my devotees are singing my glories, then you should know Krishna is present there. Если какие-то преданные воспевают славу Кришны, вы должны знать, что сам Кришна там. Padmate, Padmate means when the Harikatha begins,
Then the curtain rises. Like in a theater, when the curtain rises, then everyone watches the drama. So when the higher drama begins, then the curtain rises, and everyone can see Krishna has come and he's performing the Leela Dance series. This is Harikatha, hearing and chanting. Когда Харикатха начинается, это подобно тому, как открывается занавес. Точно так же, когда мы в театре смотрим драму, открывается занавес, точно так же, когда повествующий начинает рассказывать Харикатху, открывается занавес, и Кришна прямо там, и мы можем созерцать его лилы. Это и есть Харикатха. So Krishna, he must go where Madhyashodhi is singing his glories. И поэтому, поскольку мама Ишода воспевает славу Кришны, он отправился туда. But Ишода was amusing herself. Spontaneously composing songs about herself. И спонтанно мама Ишода сочиняла песни о своем сыне. How he was saved from Putana and Trinavarta. Как он спасся от Путана, от Тринаварты. От Чакатасуры. So Krishna, he's very small, so to get off the bed was quite difficult. Кришна очень маленький, ему было сложно встать с кровати. He was lying on his belly and moving backwards like this till his feet came off the edge. Неудобно, я и просто вот так вот Кришна немножко переползал и подтягивался, пока в итоге он наконец свои ножки не поставил на землю. So he was barely even awake. И он даже еще едва проснулся. He was completely naked. Он был полностью обнаженным. Except for a gold chain with bells around his waist. Но у него на животике была повязана золотая цепочка с колокольчиком. Small nupur ankle bells on his ankles. И на его лодыжках были маленькие нупуры. Has a necklace of pearls. На нем ожерелье жемчужин. And his mother has put big kajal under his eyes. А на его глаза мама Ишода нанесла каджал. To protect him from the buri najal. Чтобы защитить его от глаза. So he's just woken up and he can hardly see. So he's rubbing both of his eyes. Он только проснулся, он еще ничего не видит, и поэтому он протирает свои глазки. And the black kajal is smeared on his black face. И поэтому черный каджал размазывается по его личику. And he's calling, Maya. Он зовет мама. Oh. So just like a singer is practicing the scales. Подобно тому, как вокалист распевается, Кришна тоже зовет Майя, Майя, все громче и громче. But Madhya Yashoda is not hearing. Но мама Ишода не слышит. Why? Почему? Because. Vacham Patrikamitvedit Bhakto Nama Sampradayam. Krishna has two forms, Krishna himself and the holy name. And the holy name is more merciful. So Madhya Yashoda is absorbing the holy name. Krishna can attract attention. Почему? Потому что у Кришны две формы. Вача-вачикам. Это сам Кришна и святое имя. И святое имя Кришны еще более милостиво. И поэтому мама Ишода воспевает святое имя Кришны, и она погружена в это, и она не откликается на самого Кришну. Krishna's tears are running down his face. И тогда слезы начинают стекать по его лицу. So one eye he rubbed off the kajal. И одна из них, стекла по его каджалу. So this stream of tears was clear. Это была чистая слеза. And one eye, the tears were washing, making a black streak of kajal down his face. На другой щеке поток слез, наоборот, он был черным от каджала. And the two streams of tears came on his belly, and then they meet in prayer. Like и вот эти оба потока слез стекали по его животику, стекали вниз и встретились в прояге, в его пупке. So Krishna was pulling and he came faltering feet out of the room and he kept one hand on the churning stick and one hand on the veil of Madhyashoda. И вот так вот Кришна выкарабкался из комнаты и прибежал к маме Ишоде и схватился одной рукой за вуаль на маме Ишоде, а другой рукой за вот эту палку, пахталку. Мама Ишода обрадовалась, сынок пришел. И Кришна потянулся к ней, мама, я голоден. So
Мама Яшода усадила Кришну к себе на грудь и стала кормить его своим грудным молоком. Она любовалась его прекрасным лицом. Его маленькие зубки подобны капелькам молока. А сейчас это были его зубки, сами как капельки молока, были покрыты капельками ее молока. И тогда Бхакти стала Бхакти Расой. Мама Яшода чувствовала бхаву. И сейчас, когда мама еще докормила Кришну, она почувствовала, как ее волосы становятся дыбом, как слезы текут из ее глаз. И таким образом бхава смешалась со всеми ингредиентами, со сатвика бхавами, с ану бхавами, вьябичари бхавой, и превратилась в расу. Расу means when this the state of foundation of love, it becomes nourished with the four other ecstatic bhavs, then when it is intensified and becomes extremely relishable, that is called rasa, bhakti rasa. А раса — это определение расы, это когда есть стая бхава, базовая эмоция, которой добавляются четыре другие элемента, которые подпитывают ее, и тогда это получается раса. So see, Krishna was happily drinking the best milk. That means drinking the Vatsalya praying of Mother Krishna. И Кришна пил самое лучшее молоко, он пил Vatsalya prema своей мамы. So in the meantime, in another part of the kitchen, there was a pot of milk that they should have put on the fire to boil. А в то же время на другом конце кухни мама Яшода поставила на плиту молоко. So then that milk was going into depression. Это молоко закипало, и тут оно стало печалиться и погружаться в депрессию. That milk was thinking, Mother Yashoda's brain, her breast is her brain. It is like a kingsara, the ocean of milk, endless. Молоко подумало, молоко из груди мамы Яшоды подобно Кира Сагару, это океан премы. And see Krishna's belly, all the universes are in his belly. So his belly is also endless. А в животике Кришны содержатся все вселенные, поэтому он тоже безграничный. So if an endless belly is drinking an endless supply of milk, then this drinking will have no end. И молоко подумало, и поэтому если этот бесконечный, безразмерный животик пьет бесконечный запас молока, то этот процесс никогда не закончится. И у меня никогда не будет шанса послужить Кришне, сделать для него севу. So, Сриланартана Стакур сказал. И Сриланартана Дастакур сказал. Я не служил Кришне в своей жизни. I am not qualified. Я недостоин. Without service to Krishna, what hope is there of any happiness? Но без служения Кришне, как я могу надеяться на какое бы то ни было счастье? So without Krishna's service, there's no need to stay alive. Без служения Кришне нет необходимости оставаться в живых. Why did I not die a long time ago? Почему я не умер много лет назад? So that milk was in the mood like Shilaratana Stakur. И это молоко было в том же настроении, что и Шрила Наритама Дас Такур. And he decided, on the pretext of boiling over and jumping out of the pot into the fire, the milk decided to commit suicide. И под предлогом того, что это молоко, и когда молоко вскипает, оно поднимается, то молоко решило просто вот так вот броситься в огонь и совершить самоубийство. So, don't try to commit suicide. Не повторяйте это. But at least you should learn from the milk. The anta, intense regret and lamentation. Hari, hari, before the Jagannath Guru, my life is going on, but I have not realized the direct service of Sri Krishna's lotus feet. Но, по крайней мере, вы должны научиться у этого молока его анутапу, к сожалению. Моя жизнь, увы, моя жизнь проходит, а я все еще не обрел прямого служения Кришне. Like our Srila Rupa Goswami Prabhupada has prayed.
подобно тому, как молился наш Шрила Рупа Госвами. He said, when I compare myself with the great devotees of the ancient times, like Dhruva Maharaj, like Prahlad Maharaj, like Drona and Dara, who did intense austerities, giving up food, water, even air, then when I compare myself with them, then I see, actually, I have no sadhana at all. Он говорил, когда я сравниваю себя с великими преданными прошлого, такими как Дхрува Махарадж, Прахлада Махарадж и другие, они совершали такие великие суровые аскезы, они отказывались от еды, от питья, от воздуха. И когда я смотрю на себя, я понимаю, что у меня вообще нет никакой садханы. Дроны. Они совершали аскезы, стоя на голове, на больших пальцах. So when we see outside, then we can see, what am I doing? It's almost negligible. And when we look at our sadhana, we realize that it's negligible. So Rupa Goswami Pad said, when I think in this way, then Narasena Dvarasindriya, my heart begins to burn with hopelessness, the fire of hopelessness. Рупа Госвами говорит, что когда я вижу это, когда я смотрю на свою садхану, то я понимаю, мое сердце начинает гореть в огне отчаяния, безысходности. Но тогда я вспоминаю, о Кришна, что ты океан милости. So if a king goes to the beach when the tide is out. Если царь приходит на пляж, когда там волны, and he waits. Он ждет. After some time, the tide will come in and wash all the waves will come. И через какое-то время будет течение, и волна накроет его. So even if a dog will go to the beach and sit and wait, the ocean will not discriminate. The waves will also wash over the dog. Но даже если к океану подойдет не царь, а собака, то океан тоже накроет волнами точно так же и собаку. So in the same way, if someone will be persistent and remain on the path of bhakti, always try to chant, one day the waves of the ocean of Krishna's mercy will wash over us. И точно так же, если каждый из нас будет упорным и не будет сходить с пути бхакти, то однажды волны этого прекрасного океана накроют нас. In this verse, the Rupa Goswami is calling Krishna Agahara. В этом стихе Шрила Рупа Госвами называет Кришну Агахара. One who takes away sins. Тот, кто забирает грехи. One who purified Агасуру. Или тот, кто очистил Агасуру. Why? Почему? Because when the Subhakapatana when Putana disguised herself as a Vrajavasi, когда Путана переоделась в Раджавасию, then Krishna was reminded of Mother Yashoda. He was in so much ecstasy, he didn't care that she was trying to kill him. He just gave bread. Это напомнило Кришне маму Яшоду. Кришна пришел в такой экстаз, что он даже не подумал о том, что Путана хотела убить его. Он просто дал ей прему. So the glory of Krishna's delivering Putana is actually the glory of Mother Yashoda's prayer. И слава того, что Кришна освободил Путану, на самом деле это слава мамы Яшоды, ее према. But not only did Krishna give the deliverer Putana. Но Кришна не только освободил Путану. Сатвейшани Путанам Сакулакам Нива Дейва Пита. At that moment he was so happy, he thought, I deliver you and all your family members also. В тот момент Кришна подумал, я не только освобожу тебя, Путана, я освобожу всю твою семью. Your whole dynasty. Всю династию. So, Agasur is the brother of Putana. Агасур это брат Путаны. So, only because of his relationship to Putana, then Agasur attains the liberation.
И только благодаря своим отношениям с Путаной Агасура обрел освобождение. So, Rupa Goswami is thinking that I have not done any sadhana. И Rupa Goswami думает, я не совершаю никакую садхану. But I have a relationship with my brother Sanatana Goswami. Но у меня есть связь, отношения с моим братом Санатаной Госвами. So Krishna is so pleased with him, so mercy must come. А Кришна так им доволен, что какая-то милость наверняка должна перейти ко мне. This is a very important verse, Pratinamam Padmanamatalamatusparamasangatolnaya, where I remember how the great acharyas in the past have done sadhana, and compare them to myself. Then I become burning in the fire of the hopelessness. Это очень важный стих. Когда мы читаем, узнаем о том, как наши ачарьи совершали свои садханы и сравниваем это с тем, как мы совершаем садхану, мы начинаем раскаиваться и впадаем в отчаяние. Don't compare yourself to the devotees sitting next to you. Не сравнивайте себя с преданными, которые сидят рядом с вами. Не смотрите на его кантималу и не думайте, что я больше сегодня успевал. Don't compare yourself with your Gurudev, with your Parampara, and with the great Vaishnavas in Srimad Bhagavatam. Сравнивайте себя с вашим Гурудевом, с вашей Гуру Парампарой, с великими Вайшнавами и Шримад Бхагаватам. Then the lamentation will come. И тогда к вам придет это сожаление. Вот что я делаю, я трачу жизнь впустую. But then you can remember that Krishna is an ocean of mercy. Но в этот же самый момент вы можете вспомнить, что Кришна это океан милости. And if you have a sambandha, a relationship with the pure Vaishnava, then Vaishnaviya Vedana Krishna Jayamo Heyo Brahma Prati Havena Sarayo. If you can please the pure Vaishnava and you will pray to Krishna on our behalf, then Krishna is bound to give mercy, because Krishna's mercy follows the mercy of his devotee. И таким образом, если у вас есть связь с чистым преданным, если вы сумеете послужить этому чистому преданному и порадовать его, то Кришна обязан непременно даст вам свою милость, потому что милость Кришны следует за милостью преданного. So, Srila Rupa Goswami said, even though I'm burning in a fire of hopelessness, I can hardly stay alive, but when I remember that Krishna is an ocean of mercy, and I have a relationship with a pure devotee like Sanatana Goswami, then one drop of hope appears in my heart, and I can live for another day. И поэтому Шрила Рупа Госвами молится. Несмотря на то, что я испытываю такое отчаяние, и я сгораю в таком огне безысходности, но когда я вспоминаю, как Кришна милостив, и когда я вспоминаю, что у меня есть связь с чистым преданным Санатаной Госвами, в моем сердце появляется капля надежды. И я смогу, и эта надежда дает мне возможность прожить еще один день. Если у вас нет такого настроения, не стоит вопроса о баджане. So learn from the milk. Поэтому учитесь у молока. So just when the milk was about to boil over, jump in the fire. И как только молоко уже было вот-вот готово броситься в огонь, Mother Yashoda had to run there, so she quickly put down the baby Krishna. Мама Яшода подбежала туда, и для этого она вставила на пол малыша Кришну. And ran to take care of the milk. И она добежала, чтобы позаботиться о молоке. She took some water and sprinkled it on the milk. Она взяла немного воды и побрызгала на молоко. And they took it off the fire. И сняла его с огня. And then the milk was pacified. И тогда молоко успокоилось. What does it mean? Что это значит? Here, Mother Yashoda is like Gurudev. Здесь мама Яшода это символизирует Гурудева. Mother Yashoda was directly serving Krishna. Мама Яшода напрямую служила Кришне. But see, a devotee crying for Krishna's service, then for some time giving up the service of Krishna, then she went to pacify and, Видите, как преданный страдает и плачет, не имея возможности служить Кришне, она оставила Кришну на какое-то время и побежала к этому молоку. So in the same way, Sri Guru is very, very merciful. И таким же образом Шри Гуру очень милостив. And leaving the direct service of Radha and Krishna, when his disciples are very eager to serve Krishna, then he's coming and pacifying the separation of disciples, giving Harikatha and blessings.
Когда гуру видит, как его ученик страдает в разлуке, не имея возможности служить Кришне, он оставляет сам служение Кришне и помогает успокоиться этому ученику, давая ему нектар Харикатхи. What may I say? Кто там может сказать? But Mother Yashoda has prayed. Does she have prayed for Krishna or prayed for milk? Why give up Krishna to serve the milk? Кто-то может задать вопрос, но мама Яшода любит Кришну или молоко? Почему она оставила Кришну, чтобы служить молоку? Because this is the nature of prayer. Потому что это природа премы. А в Пуранах и также это процитировано в Шри Бхакти Расамрита Синдху. It is said that bhakti is ananya mamata vishnu, one-pointed mamata, possessiveness. Oh Krishna, you are mine. Сказано, что бхакти это ананя мамата вишну, то есть что это настроение мамата Кришна, ты мой. Атьянта прагара мамата юкта локик сатаранду ватсамбанда. This is the swarup of prema. Это сварупа премы. It means Lokik Sat Bandhuvat. Lokik means like in your family in this world. Lokik Sat Bandhuvat. Lokik это означает подобно вашим семейным отношениям в мире. Sat Bandhuvat means your very best friend or family member. Sat Bandhu означает ваш лучший друг или член семьи близкий. So once you have relationship with Krishna, Lokik Sat Bandhuvat, like your very dearest close friend and family. И поэтому у вас должны быть отношения с Кришной как самым-самым лучшим другом и близким членом семьи. И это настроение должно быть очень-очень сгущенным. Mamata yukta, that means infused with possessiveness. Вместе с таким ощущением обладания. So when a very natural, loving relationship with Krishna is there, like your own closest friend or family member, which is imbued with excessively condensed mamata possessiveness, that is the swarup or the nature of praying. Когда у вас очень естественные отношения к Кришне, как со своим лучшим другом, близким членом семьи, и при этом это отношение украшено очень сильной самбандой, чувством обладания, что Кришна принадлежит вам, вот это природа премы. So you can take your own pulse and check whether you have that feeling for Sri Krishna or not. И вы можете проверить свой пульс, есть ли у вас такое отношение к Кришне или нет. So first, have mamata for Guru Seva. И в первую очередь у вас должна быть мамата по отношению к Гуру Севе. Oh, my Gurudev, I exist only for his service. Я существую только для служения своему Гурудеву. And if there's mamata for a person, then ananya mamata vishno, mamata prema sangata, there will be mamata for everything in connection, in relation to that person. И если у вас есть мамата по отношению к какой-то личности, у вас проявится мамата по отношению ко всему, что окружает эту личность. My Guru Dev. Мой Гурудев. My Guru Dev's mission. Миссия моего Гурудева. My Guru Dev's Мриданга. Мриданга моего Гурудева. Его Караталы. And Shastras. Шастры. And disciples. И ученики его. Everything. Все. Have moments for all the personnel of Gurudev. Is that easy to say? Then the love for Gurudev is not real. Должна быть самбанда ко всему, что окружает. Должна быть мамата по отношению ко всем параферналиям Гурудева. И если этого нет, тогда нет настоящей любви к Гурудеву. So love for Krishna is love for Krishna and all his paraphernalia also. И таким же образом любовь к Кришне – это любовь к Кришне, но и ко всем его параферналиям. So first our mamata is to Gurudev, and then you see like a miracle, it will be transferred. And you feel that same mantra towards Krishna. И таким образом сначала у вас должна быть мамата Гурудеву, и затем чудесным образом мамата Гурудеву трансформируется и станет мамата Кришны. This is how we attain prema through Guru Seva. Yasya prasada, Baba prasada, Yasya prasada, Nagati Guru. Таким образом мы обретаем Севу прему благодаря Гуру Севе. So Mother Yashoda was thinking that
From my breastfeed, I cannot make paneer. Мама еще додумала. Из моего грудного молока я не могу приготовить панир. I cannot make rubbery and yogurt in so many preparations. Я не могу приготовить рабер, йогурт и другие многие другие блюда. But my lala, my lady Krishna loves these very delicious things. So I have to go and feed Krishna for Krishna. Но мой малыш очень любит эти вкусные блюда. И поэтому я должна пойти к молоку, потому что Кришне очень понравятся эти блюда. И таким образом мама Яшода оставляет Кришну ради самого Кришны. So when Mother Yashoda went, и когда мама Яшода отправилась туда, Krishna was frustrated. Кришна был очень расстроен, раздосадован. When Krishna was only 6 days old, когда Кришне было только 6 дней, Putana picked up Krishna. Путана взяла его на руки. And Krishna began to suck. And he sucked out her prana, the life air. Кришна стал сосать молоко из ее груди, но он высосал ее прану, жизненный воздух. Putana was running outside and crying, "Oh, child, leave me!" She was trying to push Krishna off. Она бежала и плакала, "О, ребенок, оставь меня!" И она пыталась отпихнуть от себя Кришну. And in her arms, she has the strength of 10,000 elephants. В ее руках заключена сила и мощь 10 тысяч слонов. She became 12 miles high. Она стала 12 миль в высоту. But she could not remove Krishna. Но она не могла Кришну от себя оттолкнуть. Now Krishna is 2.5, not 6 days. А теперь Кришна не 6, а 2.5 года. So he is much stronger. То есть он намного сильнее. And he was holding on with both legs and both hands like a monkey. И он держался за свою маму, как обезьянка, двумя руками и двумя ногами. И ртом. And he didn't want to leave Mother Yashoda. И он не хотел оставлять ее. But with one hand, with left hand, she held my hand. Но одной левой рукой мама еще досняла его и усадила. And went away. И ушла. How did it happen? Как это случилось? This is the strength, not of yoga city, like Putana. This will always fail. This is the strength of prayer. Это сила не йога ситхи, которые были упутаны, которые всегда обречены на поражение. Это сила приема. Krishna's will becomes helpless. Воля Кришны становится просто беспомощна. So Krishna was frustrated. I have not filled my belly yet. I wanted to drink more. Кришна был раздосадован. Я еще не наполнил свой животик молоком. Я хочу еще. So Krishna's face became red. Его лицо покраснело. He was biting his lip. Он кусал себя за губу. And stamping his foot. И так топал ножками. And he said, "I'll teach my mother also." И он подумал, надо проучить маму. So he took a pestle, a stone for grinding spices. И он взял такой камень, чтобы разбивать специи, размалывать их. And he threw it at the yogurt pot. И бросил его в горшок с йогуртом. So he threw it at the bottom part. И он бросил камень вниз горшка. So then, by gravity, what will happen? Then all the liquid in the pot began to spray out across the kitchen. И благодаря силе гравитации вся жидкость из горшка тут же начала выстреливать из горшка по всей кухне. So when Krishna is 2.5 years old, he could grasp of physics, so it was a big surprise for him. Но поскольку Кришне было 2.5 года, он еще не очень хорошо разбирался в физике, он был очень удивлен. И когда он видел, как жидкий йогурт летает всюду по кухне, он радостно захлопал в ладоши. Then the next moment he thought, "Oh, but when mother sees, I'll be in big trouble." Но тут же он подумал, но когда моя мама это увидит, у меня будут большие неприятности. I should run away somewhere where she cannot find me. Надо убежать куда-то, где она меня не найдет. So then Krishna thought he was very intelligent. Кришна думал, что он очень-очень умный. And he ran away to one storeroom. И он побежал в одну кладовку. But because he was a small baby, he did not realize that if he runs through the yogurt, then he will leave the yogurt footprints all the way to where he's going and the room where Mother Yashoda can find him. Но он был еще очень маленьким мальчиком, он не понимал, что если он будет бежать по йогурту, то он наступит в него и будет оставлять следы йогурта всю дорогу прямо до самой кладовки. So then, Mother Yashoda, she came back and saw the broken pot and the yogurt everywhere. Тогда мама еще довернулась, она увидела разбитый горшок и йогурт повсюду. Oh, my boy, he's so restless. Мой мальчик такой беспокойный, непослушный. Just then, there was an Akashvani.
И тогда она услышала Акашвани, голос небес. Полубоги пели. They said, oh, the little bumblebee went inside the lotus bud, broke the lotus bud, but the honey did not come out. That means the liquid yogurt came out, but no butter came out. It was looking for the butter. Они сказали, что маленький шмель разбил, ну, как бы проклюнул лотосный цветок, но мед оттуда не вышел. Вышла жидкость, но не мед. Они имели в виду, что там был йогурт, но не было масла, которого так хотел Кришна. So when the thirsty little bumblebee broke the lotus bud, but could not get any nectar, so he flew away to find another lotus bud. И когда маленький голодный шмель вот так попытался достать мед из лотосного цветка, не нашел его, он полетел к следующему цветку. Мама еще достала улыбаться. Then the Akashvani said that you have done well to pacify the heat of the milk, but you will be more praised if you can pacify the anger of your baby. И тогда голос Акашвани продолжил. Ты очень хорошо сделала, что ты успокоила молоко, но ты поступишь еще лучше, если ты сумеешь успокоить гнев своего малыша. In the meantime, see, Krishna was in the storeroom. He climbed up onto a grinding mortar, and he reached up, and he was taking butter, and he was feeling crows, and feeling many crows had come and monkeys. И в это время Кришна, который был в кладовке, скрабкался на ступу и стал кормить обезьян и ворон маслом. Why? Почему? See, Krishna was thinking, oh, crows! In my previous incarnation, of Lord Ramachandra, then there was a great devotee, Kapabhushan. А почему Кришна кормил ворон? Потому что он думал, о, когда я был господом Рамой в своей прошлой жизни, у меня был великий преданный, Капабушанти. So you are in his dynasty, а вы вороны в его династии, поэтому я хочу вас покормить. And he was feeding the monkeys too. И также он кормил обезьян. Because he was thinking, oh, in my previous incarnation, all the monkeys that helped me build the bridge across to Lanka. But at that time, I could not feed them any delicious things, so let me feed them now. И затем Кришна подумал, когда он кормил обезьян, я в моем прошлом воплощении, когда я был господом Рамы, все обезьяны помогли мне построить мост через океан на Ланку. Но тогда у меня не было возможности их побаловать вкусненьким, но сейчас я могу это сделать. In the meantime, Mother Yashoda peered through the door. А мама Яшода подглянула в дверь. She saw her son with his back to her. Она увидела, как ее сын сидит спиной к ней. So she took a stick. Она взяла палку. And she began to sneak up on Krishna with such soft steps, like a cat can walk even on dry leaves without making a rustling sound. И мягко, как кошка, которая может ступать беззвучно даже по сухим листьям, она стала подкрадываться к Кришне. So as she was approaching Krishna from behind, but Krishna's looking this way, but the monkeys were looking this way, and seeing the sticky hand on their shoulder, they began to run outside and climb the trees. Мама еще приближалась к Кришне. Кришна не видел ее, поскольку он сидел к ней спиной. Но обезьяны были лицом к маме Яшоде, они видели. И тогда они испугались при виде палки в ее руке, и они убежали. So then Krishna was thinking, where are you going? Where are you going? И Кришна подумал, куда же вы? And then he realized, someone's behind me. И тогда он понял, о, кто-то стоит за мной. And just as Mama Яшода was about to bounce and catch him, he jumped down. И как только мама Яшода уже была готова его схватить, Кришна спрыгнул вниз. And began to run. И побежал так быстро, как только мог. Not in a straight line. Не по прямой линии. Because Mama Yashoda is, as they say, India. Потому что, как в Индии говорят, мама Яшода такая упитанная. So she is very shapely and a little heavy. So baby Krishna was running in a zigzag way. So she's going this way, and then she cannot slow down and make a turn. So Krishna's going like in a zigzag way, and she could not catch him. Мама Яшода немного такая пышная, увиданная, и ей было бы сложно бежать зигзагами, поэтому Кришна как раз побежал зигзагами. So then Krishna came to the door that was going outside. И Кришна подошел к двери, которая вела на улицу. He thought, my mother, she has not fully dressed and decorated herself, so she'll be too shy to go out into the public in case anyone sees her. И Кришна подумал,
Это утро, моя мама еще не успела полностью нарядиться, нанести полный шинкар, поэтому она постесняется выйти на улицу, потому что в таком виде на улицу не ходят. И поэтому, если я выбегу на улицу, она не последует за мной. И тогда Кришна выбежал на улицу. Мама еще подбежала к двери, посмотрела по сторонам и подумала, это утро Дипавали, национальный праздник. Все сидят по домам, на улице никого нет. Она немного поколебалась, но все равно выбежала за ним. Она бежала за Кришной и кричала, ты воришка, воришка, ну возвращайся. When the Vishuddha was stopping for a breath in Tamil, he said, I think that there's no chore in my dynasty, but there's a chore in your dynasty. И тогда, когда мама Ишода остановилась перевести дыхание, Кришна сказал ей, в моей династии нет воров, но я думаю, что есть вор, чор в твоей династии. Chore means thief. Чор означает вор. But one day, Krishna before his birth, Mother Ishoda and Mother Maharaj talking about their ancestors. So Mother Ishoda had an ancestor whose name was Turgosh. Но однажды Кришна услышал, как мама Ишода и Нанда Махарадж разговаривали о своих предках. И в династии мамы Ишода был такой человек, Торагош. So Krishna, there's no chore in my dynasty, maybe in your dynasty there's a chore. И тогда Кришна сказал, в моей династии нет воришек, может быть в твоей есть. Mother Ishoda said, tell the truth. И мама Ишода сказала, ну расскажи правду. Said, why is the yogurt pot broken? Почему горшок с йогуртом разбит? Because he said it was the Danda, the punishment of God. Кришна сказал, это было Данда Бхагавана, наказание Господне. Krishna is a little baby. He's telling lies to get out of trouble. But because Krishna is Satya, Pratap, Satya, Paramti, Satya, even his lies is actually absolute. Кришна, малыш, он всего лишь что-то рассказывает маме, чтобы избежать ее наказания. Но поскольку Кришна — это верховная истина, то он говорит правду. Who feeds the monkeys? Мама Ишода спросила, кто обезьян кормил? Кришна ответила, кто создал обезьян, тот их и кормит. Мама Ишода сказала, а вот скажи мне правду, как разбился кувшин с йогуртом? В деревнях очень известно, что в деревнях в Индии у женщин очень такие большие нупуры. Кришна ответил, мама, ты так торопилась, что ты даже не заметила, как твой нупур разбил горшок. Это очень сладко. Nupur is a metaphor in poetry. Like, I want to be your Nupur. Means I love you and I always want to serve your words. So Krishna himself, your Nupur has broken across. Это очень сладко, потому что это такая метафора в поэзии. Я хочу стать твоим Нупуром, то есть я хочу быть всегда рядом с тобой и служить твоим лотосным стопам. So, one may say, why is not Ishoda calling Krishna a thief? If he's taking what is own house? Кто-то может задать вопрос, почему мама Ишода называет Кришну вором, когда он берет масло из своего собственного дома? Если у вас есть ребенок, и он подходит к холодильнику и что-то берет, вы не называете его вором. Но дело в том, что масло, которое Кришна разбил в кладовке, было предназначено для браминов, для того, чтобы они провели ягью. Then Mother Ishoda said, you are so naughty. You are always eating the butter, which is meant for the brahmanas yagya. И мама Ишода сказала, Кришна, ты такой непослушный. Ты всегда ешь масло, которое предназначено для браманов, для того, чтобы они провели ягью. This is also the absolute truth, because when the brahmanas do ягью in the fire, who is eating? Но это тоже показатель того, что Кришна абсолютно истина, потому что когда брамины предлагают ягью, кто ест это масло, это и есть Кришна.
In Braja, the bridge bus is made in the bottom with so much love that Krishna cannot wait for the sacrifice and the mantras already ages and takes his trip. Но в Раджавасе делают масло с такой любовью, что Кришна просто не может дождаться, пока Брахманы проведут эту ягу, ему достанется масло. Он хочет его прямо сейчас. So then, Bhatishoda, she got the breath back. И тогда мама Ишода вернулась. And she took the stick. Oh, she said to Krishna, even though you're the son of Nanda Maharaj, who's a great sadhu, you have friendship with the monkeys. Она сказала, несмотря на то, что ты сын Нанда Махараджа, который великий саду, ты дружишь с обезьянами. You are a Bandar Bandhu, that means friend of the monkeys. Ты Bandar Bandhu, то есть ты друг обезьян. And you behave like a monkey. И ты сам ведешь себя как обезьяна. But Yashoda said, if I'm a monkey, then I'll run away from home and live in the forest. А если я была бы обезьяной, то как бы я поступила? Я бы убежала из дома в лес. Sometimes children, they say, make friends to the parents and try to control them. Иногда вот так дети стараются завести дружбу с родителями, чтобы их контролировать. So then Yashoda, she lifted the stick as if she were about to hit Krishna. И мама Ишода подняла руку, как будто бы она собиралась ударить Кришну. Krishna flinched and put up his right hand. No, no, I don't mean it. И Кришна испуганно поднял и защитил свою голову рукой. Мама, не бей меня. And then with her left hand she put the right arm of Krishna in the right hand she had a stick. And baby Krishna was running behind her legs from this side to that side. И тогда мама еще то левой рукой схватила Кришну, а правой продолжала держать палку. Но маленький Кришна забегал вокруг ее ног, чтобы не дать ей себя ударить. И в то же время он рыдал крокодиловыми слезами. Пытаясь вызвать ее сочувствие, чтобы наказание было меньше. He was grabbing sand and he was throwing it on himself to get the grease off. Because he was rubbing the grease with his friend. И так как он не признавался в том, что он ел масло, он пытался в то же самое время взять песок и обмазать себя, чтобы как-то счистить жир от масла. But this is also my son is so desperate. Мама еще то подумала, сынок в таком отчаянии. Я не хочу травмировать его так сильно этой палкой, и она бросила палку на пол. But at the same time, he was thinking, he's so restless, he may be afraid that he may run away. Но в то же время он такой беспокойный, и он сказал, что может уйти. So today I sent all the servants home. They have holiday. I cannot do my household chores and watching at the same time. So I have to fascinate in such a way that he doesn't try to run away. Мама еще то подумала, сегодня выходной, я послала всех слуг домой, поэтому я не могу одновременно выполнять свои обязанности и приглядывать за Кришной, поэтому мне придется как-то так поступить, чтобы обезопасить его. So Mother Yashoda brought him into the house. И тогда мама Яшода привела Кришну в дом. And she took a rope from her hair. И из своих волос она достала ленту. And how light it was, I'll tie one rope around his waist and another one from the back. And then there'll be a length. And then around the riding horse, like a baby harness, you know. People, they have the strap on the baby, they have like a lead. And then, so the baby can move around, but he can only make chaos within a fixed radius. И идея мамы Ишоды была такая. Она хотела вязать одну веревку вокруг животика Кришны, потом еще одну веревочку к этой веревке и веревку вокруг ступы, чтобы получилось, как такой поводочек, где Кришна мог бы проказничать в безопасном расстоянии, в радиусе. То есть не думайте, что мама Ишода не хотела связать Кришну как заложника. Она просто хотела сделать такой поводочек, чтобы ограничить его сферу влияния. So when Mother Yashoda put the string from her hair around his waist, it was two fingers too short. И когда мама Яшода стала обматывать Кришну веревочкой из своих волос, там немного не доставало, недоставало длины их два пальца. So she took another one and she tied it together and still it was two fingers too short. Она достала другую ленту и привязала к этой, но все равно не хватало длины веревки двух пальцев. So when Mother Yashoda was tying Krishna was calling Rohinimaya, Rohinimaya. А когда мама Яшода привязывала Кришну, Кришна отчаянно кричал и звал Рохинимаю. Because Krishna considers he has two mothers, Yashoda and Rohini. Потому что у Кришны две мамы,
И поэтому, когда одна мама недовольна, он старается вызвать жалость другой мамы, и наоборот. И он звал: «Рахини Майя, меня связывают, помоги, помоги». But that morning, Rahini Maya accepted the invitation to go to the house of Nandavati's elder brother, Upananda, and she got there with Balaram. Но в тот день Рахини Майя приняла приглашение Упананды, дяди Кришны, и пошла туда вместе с Баларамом. Но Кришна не знал. И он расстроился: «Почему же она не спешит ко мне на помощь?» So then, when Krishna was shouting loudly to Rahini Maya, then the neighbors heard the sound, and they came running. Но зато крики Кришны услышали соседи, и они побежали. So the neighbors always complained that Krishna is making mischief in my house. And they said, "No, my boy would never do that." Соседи всегда жаловались маме Ишоде, что Кришна так безобразничает и проказничает. И мама Ишода всегда говорила: «Нет, мой мальчик не способен». И теперь соседи пришли посмеяться над мамой Ишодой. «Ну что, теперь он в твоем доме проказничает? Теперь ты нам веришь?» Мама Ишода их игнорировала и продолжала. И потом попросила: «Принесите еще веревок». So then the neighbors were bringing more ropes, but no matter how many ropes she tied together, it was always two fingers too short. И соседи стали приносить все новые и новые веревки, но сколько бы веревок мама Ишода не связывала вместе, не доставало всего лишь два пальца, чтобы связать Кришну. That means in order to be successful in bhakti and to bind Krishna with the rope of love, two things are necessary. That is one, your sadhana, your practice, and two, Krishna's kripa, Krishna's mercy. Это означает, что для того, чтобы быть успешным в бхакти, необходимы две вещи. В первую очередь, это садхана, это ваши собственные усилия, и вторая вещь — это милость Кришны, крипа. Remember when we went on program to the Ranganath temple? Помните, когда мы пошли на Парикраму и зашли в храм Ранганатха? So don't be like the Tenkalaya Vadakalaya. Не будьте как Tenkalaya Vadakalaya. One is thinking, oh, everything depends on my sadhana, that is the Vadakalaya. The Tenkalaya thinking everything depends on mercy, so I don't have to do so much sadhana. Vadakalaya думает, что все зависит от садханы, а Tenkalaya думает, что все зависит от милости, поэтому не нужно совершать так много садханы. Both are necessary. Нужно и то, и другое. When Krishna sees that the devotee is making intensity in them, his heart melts and then his mercy flows. Когда Кришна видит, какие огромные усилия совершает преданный, его сердце тает, и он проливает свою милость. So Shukadeva Goswami said, Drishtva Parishvananda Krishna Kripayasit Swavanandane. Krishna saw that Vanyashoda's face was red and she was sweating from all the hard work. Шукадев Госвами говорит, что Кришна увидел, как лицо мамы Ишоды покраснело, и она покрылась капельками пота от такой тяжелой работы. And Krishna felt sorry for his mother. И Кришна стала жаль его мать. So when his heart melted, и когда его сердце растаяло, then she Krishna's Aishwarya Shakti, which was making the rope too short. То тогда Айшварья Шакти Кришны, которая благодаря которой веревка становилась короче. Though maybe Krishna's Madhurya Shakti is manifesting in Braj, but the Aishwarya Shakti is always looking for a chance to serve you. Обычно в Кришне во Враже всегда проявлена особенно Мадхурья Шакти, но его Айшварья Шакти также всегда ищет случай послужить Кришне. So when Krishna was calling for help, but no one came. И Кришна звал на помощь, и никто не пришел. And Krishna didn't want to be bound. А Кришна не хотел быть связанным. И тогда Айшварья подумала: «О, пришел мой шанс послужить Кришне». И она сделала так, что стало невозможно связать его. И тогда, когда Кришна увидел, как тяжело трудится мама Ишода, чтобы его связать, как она устала, его сердце растаяло, и Айшварья Шакти исчезла, и тогда мама Ишода смогла связать Кришну всего лишь одной веревочкой. Затем она привязала другую веревочку и еще другую веревочку вокруг этой ступы, и довольно отправилась по своим делам. So just then, Krishna had been crying. И Кришна плакал. But his small friends came to play with him. Но его маленькие
друзья пришли поиграть. So, и как только он увидел своих друзей, Кришна заулыбался. Это означает, что все эти слезы были такими, ненастоящими. Друзья смеялись. А вот сегодня тебя мама Яшода наказала. So, Krishna said, oh, this is fun. И Кришна сказал, ничего подобного, это игра такая. Давайте таскать эту ступу повсюду. Я буду тащить ее на себе, а вы так помогаете сзади. So, и мы ее вытащим. They were laughing, and Krishna was calling and trying to pull, and the boys were pushing and slowly, and they went out into the courtyard. И вот так вот Кришна тянул, а мальчики помогали, подталкивали эту ступу сзади, и постепенно Кришна с этой ступой они выползли на улицу. And there were two Arjuna trees, yellow Arjuna trees, very at the base, very close together, going like this. И там во дворе было два дерева Арджуна, которые очень близко росли друг к другу. And Krishna crawled in between them. И Кришна заполз между этими деревьями. But the granny moat got stuck. Но ступа, которая была большая, застряла. And just touching the trees, there was a tremendous sound like thunder, and the earth was shaking. И вдруг какой-то страшный гром раздался и задрожала земля. And the trees fell down, not forward on Krishna, or back on the boys, this way, like this. И деревья упали, ни вперед на Кришну, ни назад на мальчика, во две разные стороны. And the sound was so tremendous that everyone in branch fainted and was unconscious for one muhurta, 48 minutes. Это был такой грохот, что все во Врадже просто потеряли сознание на целую мухурту, на 48 минут. Except for the boys who were standing around Krishna. Кроме тех мальчиков, которые стояли рядом с Кришной. Mm-hmm. So when the trees fell down, two golden demigods came out and began offering prayers to Krishna. И когда деревья упали, оттуда появились два золотых полубога, они стали молиться Кришне. Налаковера и Маникрива. Then those demigods flew back to the heavenly. И эти полубоги затем улетели на райские планеты. So when Vrajavasis began to wake up, когда Vrajavasis стали просыпаться, from wherever they were in Vraj, they all ran to that place. Где бы они ни были во Врадже, они все прибежали к этому месту. Except for Mother Yashoda. Кроме мамы Яшоды. She was stunned, she could not move. Она была в таком состоянии, что даже не могла двигаться. She was feeling such guilt. This happened because of me. Она чувствовала. It was like tiny enough. Она чувствовала огромную вину, это все случилось из-за меня, из-за того, что я связала Кришну. This is the dilemma of every mother. If I'm not strict, then my boy when he grows up will be the unruly, unprincipled. But then when the mother gives the discipline, she feels bad that maybe I make too much discipline. Это дилемма каждой мамы, которая думает, что если я не буду никак наказывать своего ребенка, контролировать его, то он вырастет нехорошим человеком. Но если я буду наказывать его, может быть, я нанесу ему травму. Nanda Maharaj came running there and made his way through the crowd. Туда прибежал Нанда Махарадж и прямо пришел к этому месту. And when Krishna saw his father was coming, he turned on the tears again. И когда Кришна увидел, что Нанда Махарадж бежит к нему, он снова включил свои слезы, снова начал плакать, потому что он хотел вызвать симпатию, сочувствие отца против матери. The coward man was thinking, what happened? How could these trees fall down? There was not a thunderstorm, there was not a herd of elephants fighting with each other. Толпы все думали, как эти деревья могли упасть. Не было никакого грома, не было стада сражающихся слонов. So they asked the little boys. И они спросили мальчиков. The boys said, Krishna, pulled the trees down. И мальчики вот так вот запинаясь рассказали, что это Кришна стянул вот эти деревья на землю. They were thinking, how could Krishna do this? И все смеялись, но как Кришна вообще мог обрушить такие два голубых дерева? А потом золотые люди вышли из этих деревьев. Они молились Кришне, а потом улетели. И взрослые так переглянулись и подумали, ну это дети, они всегда придумывают что-то. Nanda Maharaj said to Krishna, oh, who has done this to you?
Нанда Махарадж спросил Кришну: «Кришна, кто сделал это с тобой?» Но Кришна был слишком убит горем, чтобы разговаривать. И тогда Нанда Махарадж достал лапу из кармана. Тогда Кришна быстро успокоился. И папа сказал: «Кто это сделал с тобой?» Кришна whispered in his ear. Мама! Then Nanda Maharaj became very strong. И Нанда Махарадж сразу стал очень суровым. And he untied the rope, the string from around Krishna's waist. И он развязал веревку на талии Кришны. And he took Krishna and Balarama with him. И он взял с собой Кришну и Баларама. Why did my wife do this? Look, we did this last time. So it would have been a calamity if Krishna or any child had been injured. И Нанда Махарадж думал: «Ну зачем моя жена так поступила? Это могло бы быть очень опасно, Кришна могло ранить». Нанда Махарадж would not go and see Мама Яшода or talk to her. И он не пошел к маме Яшоде и не стал с ней разговаривать. But he was taking care of the two boys. Но он заботился о своих двух мальчиках. In the evening he took them to the Goshala. Вечером он взял их с собой в Гошалу. And he was milking the cows. И он доил коров. Ушнадара. Ушнадара means fresh milk, still warm, directly into the mouth. Ушнадара. Это такое свежее, теплое молоко, которое капало прямо в рот Кришне и Баларама. And giving them the rock candy. И он давал им конфетки. And when they were full, they were happy. И когда они наелись, стали очень довольны. Then Nanda Baba sat down with his boys and writing in the dust. He was teaching them the alphabet. A, A, E, E, U, U. И тогда Нанда Махарадж сел с мальчиками прямо там, в пыли, и стал обучать их алфавиту. So in this way the day was possible. И таким образом прошел день. After some time, Rogini Naina and the wife of Upananda and Alinanda and others, Tungi and Nibiri, Kuvala, they all came in a group to approach the Nanda Maharaj. И через некоторое время Рахини Майя и жена Упананды, Акинанды и другие женщины подошли вместе к Нанда Махараджу. They said, "О, Нанда Махарадж, Яшода is sitting alone, she's devastated, and the whole day she did not eat or drink." И они сказали: «О, Нанда Махарадж, Яшода Майя сидит, она не двигается, она находится в таком отчаянии, что она не ела целый день, ничего не пила». Нанда Махарадж сказал: «Yes, this is the fruit of anger. Become angry, you'll regret it». Нанда Махарадж сказал: «Да, таков плод гнева. Если вы разгневаетесь, вы будете раскаиваться об этом». Then they became very upset. Oh, but your shoulder is so soft outside and inside. И они очень расстроились, но ведь Яшода такая мягкая и снаружи, и внутри. So then they turned to Krishna. И они повернулись к Кришне. Are you going to come to your mother? Ты придешь к маме, Кришна? No. Кришна сказал: «Нет». Then where will you get milk from? Но тогда откуда же ты будешь пить молоко? He said, my baba will give you milk directly from the cow in my mouth. And with sugar candy also. И тогда Кришна ответил, что папа отведет меня коровкам, которые будут давать мне молоко прямо в рот. And who will you play with? А с кем ты будешь играть? I'll play with Baba. Я буду играть с папой. So then Rohini, she said to her son, go and bring Krishna to Mother Yashoda. И Рахини сказала Балараму: пойди отведи Кришну к маме Яшоде. So then Balarama came to grab the hand of Krishna, but Krishna pulled his hand free and quickly ran and jumped in the lap of Nanda Maharaj. И тогда Баларам подошел к Кришне, но Кришна быстро выбрался и побежал и сел на колени к папе. Nanda Maharaj said, are you going to go with your auntie Rahini? Нанда Баба сказал, ты пойдешь со своим тетей Рахини? Krishna said, no. Кришна сказал, нет. I was calling her, but she never came. Нет, потому что я звал ее, она так и не пришла. So I don't want to go with her. Поэтому я не хочу к ней идти. So then Nanda Maharaj, he was feeling sorry for Mama Yashoda. И Нанда Махарадж все-таки сочувствовал маме Яшоде. So he wanted to think of a way to bring out the affection from Mama Yashoda, which is Krishna's upset now, but he's in his heart, the affection is there. Nanda Maharaj wanted to do something to bring it out.
И Нанда Махараджи знал, что в сердце Кришны так много любви к маме Ишоде, но сейчас, просто сейчас он злится. И Нанда Махараджи задумался, как сделать так, чтобы вытащить наружу эту любовь. So then, Nanda Baba helped scientists, should I greet your mother? И тогда Нанда Махараджи достал, так погрозил рукой и сказал, Кришна, может быть, мне побить твою маму? It was never his intention. It was a trick to bring out Krishna's affection. Он никогда не собирался этого делать. Это просто была такая уловка, чтобы вызвать эмоции Кришны. So when he held his hand like this, then Krishna went to his back. И тогда Кришна схватил его за руку и сказал, нет, нет. Then Nanda Maharaj said, she's so sad. She's in such a condition. What would happen if she kicked his fingers like this? What if she would die? Cannot say the words. Oh, what if she would? И тогда Нанда Махарадж сказал, ты знаешь, мама так опечалена. Что случится, если она... И он щелкнул руками, не произнеся слова. And then when Krishna thought about that, he just burst out crying, oh, we are! И когда Кришна услышал об этом, он просто разрыдался. And from the lap of the Nanda Maharaj, he ran into the arms of Rohini, who picked him up and ran into the underworld, the inner section, the lady section of the house, and put him down in the lap of Mother Yashoda, who was there burning in celebration. И тогда Кришна быстро побежал сразу к маме Рахини, и мама Рахини повела Кришну, взяла его на руки и повела Кришну через Антапур, через женскую половину дома, прямо на колени к маме Ишоде. Мама Ишода была просто подобна мертвому телу. Мама Ишода была в таком ужасном состоянии, но тут она увидела, как ее сынок Кришна обнимает ее, он сидит у нее на руках. И она стала просто рыдать, как корова, которая зовет теленка. Кришна was weeping, Mother Ishoda was weeping, Rohini, Maya, Devi, Tongri, Ngora, all in the house, everyone was weeping, and outside, Nanda Maharaj was weeping. And in this way, all of Gokul became immersed in the ocean of rain. Все стали плакать, Кришна плакал, мама Ишода плакала, мама Рахини плакала, плакали все женщины в доме, плакали все за пределами дома, и даже Нанда Баба. И таким образом все утонули в океане премы. So we are singing Дамадараштху every day. Каждый день мы поем Дамадараштху. Ити Крита Свали Ати Ананда Кунде Сварасям Кимаянта Акрямая See, Satya Krishna has spoken this verse. He said, I bow down hundreds and hundreds of times. Кстати, брат Риша, который произнес этот стих, сказал, я склоняюсь тысячи и тысячи раз. To these pastimes of Krishna. Это имели Кришны. By such pastimes of baby Krishna as this, Krishna is inundating, he is immersing all the residents of Gokul in the pools of Ananda and the Kunda. Такими своими детскими лилами Кришна помещает, просто затапливает всех жителей Гокулы и помещает их в океан Ананда Кунду, океан блаженства. And as if to the beating of kettle drums, he's announcing to the whole world. И как будто бы ударяя барабаны, Кришна объявляет всему миру. Gosh means a very loud sound. Gosh означает очень громкий звук. With a loud sound, he's announcing to the whole world. All you karmis, yogis, and yogis, you can never control me. И так очень громко и решительно он объявляет, вы кармы, карми, гьяни, йоги, вы не можете меня никогда контролировать. And even all you devotees who relate to me that I am Bhagavan, you can never control me also. И даже вы, те преданные, которые относитесь ко мне как к Бхагавану, вы тоже не можете меня контролировать. Шукадева Госвами, after describing this, he says, Наям сука о Бхагаван, дэхи нам гопика цута, чакра бута нам, Наям сука о Бхагаван, дэхи нам гопика цута, чакра бута нам, ядхава бхагавана. Means that
No one can control Krishna. Gopi Kasuta, who is the son of a Gopi, Yashoda, not Vasudeva Devaki. Gopi Kasuta. Gopi Kasuta означает сын Гопи, мама Яшода, а не Васудева Девати. Not even Krishna's own expansions like Sankarsha, not even Lakshmi Devi, not even Brahma or Shiva can control Yatha Pati Matalihat like Mother Yashoda and the residents of Vrindavan. Даже собственная экспансия Кришны, Санкаршан, Лакшми Деви, Брама и Шива не могут контролировать Кришну, как это может делать мама Яшода и жители Вриндавана. So in this way, see, Krishna has allowed you to claim the glories of the Raja Prem through this lila. И таким образом, через эту лилу Кришна громко прославляет Раджа Прему. And those who will sing about this pastime, that means singing Dhamma-rasika, offer speech to Krishna every day in his month of party. Krishna has agreed, I will also be bound by you. И тем, кто каждый день поет об этой лиле вместе с Дамодарой, поет Дамодараштуку и предлагает Кришне Петельки, Кришна говорит, что я буду связан и вами. That is one of the reasons why we are offering deeds to Sri Krishna and singing Dhamma-rasika every day in this month of Dhamma-rasika. Это одна из причин, по которым каждый день в этот месяц Карсика мы поем Дамодараштуку и предлагаем десятки Кришне. Но есть и другая причина. Но мы расскажем об этом завтра.